Экс-министр иностранных дел и экс-глава канцелярии президента Польши, депутат Европарламента Анна Фатыга, написала статью, в которой объяснила, почему России не должно существовать. Будь она царской, советской или возглавляемой Путиным, Россия не изменилась за столетия. Она движима теми же имперскими инстинктами, повторяя одну и ту же схему. Завоевание, геноцид, колонизация. Мы должны помнить, что даже когда Россию ошибочно считали стабилизирующей силой в Европе, это происходило за счет народов моего региона, а моя страна была разделена и оккупирована Россией. Как и в случае с немецким Третьим Рейхом, Россия как экзистенциальная угроза человечеству и международному порядку должна претерпеть радикальные изменения. Европейский парламент и многие другие парламенты по всему миру назвали Россию террористическим государством, и она должна быть ликвидирована. Для большинства жителей регионов, будь то этнические русские или коренные жители, Москва представляет собой лишь войну, репрессии, эксплуатацию и безнадежность. Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и так далее. Все эти ресурсы – татарские, башкирские, сибирские, карельские, айратские, черкесские, бурятские, саха, уральские, кубанские, ногайские и так далее.